что касается аэропорта, вам нужно отдельно тоже проработать вопрос с Минтрансом, имея в виду весь куст сибирский, Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск. Вот все это нужно вместе с Минтрансом отработать. Какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки и пассажирские, и грузовые. Там многое, что нужно будет сделать. Я недавно совсем только с министром говорил на этот счет, ставил ему задачи по этому кусту, по этому региону. Так что вы отдельно встретитесь с ними, переговорите, хорошо? А мы проект транспортной стратегии всем своим коллегам и аппарату полпредства, и представителям федерального министерства, и коллегам из соседних регионов презентовали для того, чтобы вот попросить их высказать свое мнение, как повлияют наши стратегические идеи на их планы развития. Эти идеи пора реализовывать, поэтому вы вот это нужно к этим бумагам ноги приделать, как у нас по-простому говорят. Нужно прямо сейчас начать практическую конкретную работу в правительстве. Хорошо? Принимается, Владимир Ильич.